тогда. Ну а сейчас мы с вами в комплексе на юго-западе Соединенных Штатов Америки на военной базе по производству роботов страны. И наша цель — найти нашего старого приятеля Джона Рейта. Логан, хотя все твоего дела, запомни это. Логан не себе, Логан неудержим, Логан неоспорим. Хорош! Я в руке Саракона, что ли, ползти за мной? Да! Давай мы в процессах, блядь, спины. О май гад! Здоровый ублюдок! Сейчас! Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Smith Play. Мы продолжаем с вами играть в Логана, в X-Men'а, в тех самых людей X, которые мы смотрели в детстве перед тем, как ходить в первый класс. Те самые 2000-е года. У кого-то может быть 90-е, ассоциируются мультфильмы про людей-мутантов X. И когда я смотрел этот мультик, я был признателен Росомахе. Мне он нравился в детстве, вообще я был фанатом его. Собственно, в прошлой серии мы с вами находились в юго-западе Соединенных Штатов Америки в комплексе для поиска Джона Рейта. Мы, собственно, прослушали автоответчик, который оставила Редфилд для Джона Рейта. В общем, она знает, где искать Виктора Крида. Эта сучка Мистик знает, где Крид. И мы теперь в поисках нашего старого приятеля-невидимки на военной базе. Проходим через роботов-стражи, уничтожаем кусков металла, даже больших терминаторов отключаем с помощью когтей Логана. Еще мы с вами обнаружили стража по уничтожению мутантов, с которым мы, возможно, встретимся в этой 13-й серии. Мы с вами должны найти где-то в этом комплексе Джона Рейта. Он, возможно, в заключении. Нам нужно вытащить его, помочь Рейту, чтобы он дал совет, где искать Виктора. Собственно, нас и ведет Дархолм к Джону, но Логан ей не особо доверяет. Но это все настоящая история, а мы сейчас с вами в той самой Африке. И наша задача — найти третий эмиттер и вырубить его. И мы, собственно, выйдем на то самое место, где обнаружен метеорит. Но Редфилд-то права, Логан и вправду идет на преступление, помогая Страйкеру. Ну, собственно, задача проста, чистый сигнал. Уничтожить последний третий эмиттер, чтобы получить доступ к месту, где обнаружен метеорит. Еще парочка кукуак. Кукуаки, проваливайте отсюда, кукуаки! На! Засадись туда! Проваливай, кусок говна! Очередной личный жетон опыта! Логан продвигается дальше, на третий эмиттер! Уничтожить третий эмиттер нам нужно! Чтобы поймать сигнал на то самое место, где находится метеорит. С которым в будущем Логан будет из этого самого адамантия. Парни, ну вы совсем не туда. Двигаемся дальше, двигаемся на самую верхушку. В то время, когда будем уничтожать третий эмиттер, наш брат Виктор уничтожит вторую, и мы, собственно, выполним под уровень. Мы, собственно, на том самом третьем эмиттере. Ну, налетайте на Росомаху, давайте, я готов сражаться с вами. Who
Ну, гребаные размножители! Стоп! Мы забыли с вами сделать кое-что интересное. Во-первых, мутагены у нас готовы. Прокачаться себе мы сделать вот так вот. Теперь когти у нас до самого лимита. Я думаю, мы с вами еще прокачаем. Вот он тот самый страк Берсеркера. Я думаю, мы его возьмем. И прокачаем себе до кучи ярость. Собственно, пока что как-то так. Принять! И Логан теперь просто на максималке! На максимальных уровнях теперь у него когти! Ну давайте, парни, кто кого. Канадский бакбрекер от Хью Джекмана. Ты, сука, плазменная, мешай здесь мне. Надо ее первую уничтожить, она достала меня. Сука, такая мразь. Спокойно, главное не выпасть. Не выпасть с верхушки башни. Ты, сука, синяя плазма. Электроника Арт, блядь, какая-то здесь. Чё вытворяет-то? Спокойно, Логан, всё, свалили её. Какая-то новая тварь появилась. Ты чё, телепортируешься, что ли, уродка? Вот такая, нужно как-то кулак свалить, они две теперь здесь. Ещё один канадский бакбрекер, сегодня Логан в ударе. Проваливайте отсюда, ла! Гребаные кваки. Ты чё здесь размахалась здесь мне? Пора использовать мутагены. Не, Логан, подожди секунду. Или Логан способен сделать это. Можно попробовать вырубить Эмита. Попробовать играть против системы? Нет. Надо с ним бороться. Всё, Логан пойдёт. Логан готов. На тебе! Ох, спокойно, Логан спасся! Это все когти! Это все до максимального размера когтей! Чё, кукуаки не способны сражаться с этим мутантом? С этим убийственным, кровавым мутагеном Росомахой? Какой-то еще есть кукуак здесь наверху, но Логану да... И Логану да хуям просто! Ну последний будет взрыв! Готов! Момент! Квис и засом! Вот это момент! Последний эмиттер готов. Вижу деревню на сканере. Отправляю координаты. Все, мы получили с вами ту самую деревню. Страйкер доволен, мы тоже. А теперь мы с вами, собственно, возвращаемся в элиту комплекса Юго-Запад. Знаю, почему ты еще дышишь? Лаборатория Systemites Cybernetics. Логан не особо доверяет Редфилд Даркхолм. И вот он, большой страж. Face to face. Ничего себе, что делает? Лучше тебя никого не нашло. Ты чё, Робокоп? Разошёлся, что ли, здесь? Гулять меня собрался своей магией. Своим истребительным лучом меня смотрит. Ну какой, а? Какой взгляд. Какая у нас здесь задача? Собственно, за этой дверью нету Джона Рейта. А Крис Рейтфилд нам сказал, что за этой дверью сам Джон Рейт. Пока что еще нет. Пока что еще совсем не Джон Рейт. Логан, ты все переиспытания оружия.
Данные указывают на то, что тут разрабатываются лазеры для руки стража. Возможно, это наш шанс уничтожить его голову. Нам нужно уничтожить его бошку с помощью какого-то лазера. Нам, говорит Редфилд, что есть возможность как бороться с этим большим терминатором, с этим большущим терминатором. Он и вправду внушительная сила. 13 секунд есть у нас, чтобы спуститься и подать оттуда сигнал. Вот здесь вот. Для того, чтобы мы с вами... Необходим источник питания и управления лифтом. Так, минуточку. Нужно разбираться, нужно включать мозги. Нужно, собственно, передвинуть эту руку сюда. Так, строим мозаику, собственно. Первая сюда. Вторая сюда. Не работает вторая. Так, нужно немного подкрепиться чаем. И начинать включать голову. Нам нужно переместить как-то эту руку, незаконченную руку стража, чтобы его собственным же оружием уничтожить ему голову. Здесь нет источника питания лифтом. Я так понимаю, все равно начало нужно нажимать терминал здесь. Теперь мы должны спуститься за какие-то 13 секунд. И... Ах, блядь, надо удерживать руку, удерживать ее надо. И перемещать самому. Все надо, блядь, самому делать. Понятно все. Я этот момент совсем забыл, собственно, в игре. Как будто для меня это просто в новинку сейчас. Дроны у нас появляются здесь незаконные. Кто-то их послал, наверное, этот страж активировал своих дружков. Но я думаю, их надо уничтожить, чтобы они нам что-то не помешали. Чтобы нас не отвлекали дальше проводить руку стража к его же башке. Ну, блядь. Достал уже меня дрон. Только я начал веселиться. Сейчас повеселимся, Логан. Нам нужно дальше, получается, нажимать тот терминал, чтобы тащить руку стража.
Вот сюда. И также нужно перемещать руку самостоятельно. Ну, все, Ли. Все нормально, все получается. А теперь нужно ее на лифт. Да. Логан, тебе нужно поднять руку на верхний этаж. Это единственный способ уничтожить голову стража и спасти Рейта. А, получается, Джон Рейт у нас так и есть. Бэкспейс. Нам нужно, получается, эту руку поднять наверх. Получается, Джон Рейт, я как и сказал вам в заключении, в том самом. И чтобы спасти нам Джона Рейта, нужно как-то убить Большого Терминатора, Большого Стража. А теперь нам нужен тот самый источник. Источник питания лифтом. Конечно же. Я еще начинаю думать здесь, что ли. Рука теперь просто в помощь Логану. Такой рукой, я думаю, даже можно сейчас этих почить. Ну-ка попробуем-ка на лазере уничтожить этих ублюдков. Ну-ка, да, конечно же. Естественно. Как же еще? Ну, до тебя не достает что-то. Да я вас просто на кусочки распилил вот этим лазером. Рукой бога. Ну, не рука бога, конечно же, но такое себе оружие неплохое. Все-таки это лучшее оружие по уничтожению мутантов. Нам нужен источник питания, я так понимаю, чтобы запустить лифт вверх. Тот самый источник питания, который нам пригодится. И Логан за ним сейчас отправится. Что у нас здесь? Телепорт. Телепорт. Но! А здесь у нас, собственно, ничего такого нету. Нам нужно телепорт двигать дальше, да. Конечно же. Нужно нам телепортироваться не сюда. Да чтобы его остановить, нам нужно, собственно, сделать вот так вот. Вот так вот, думаю, нам нужно будет сделать. Самурай Зет ускоряет рост ваших боевых рефлексов. Перейдите в меню персонажа, чтобы экипировать мутаген. Найдите их все, чтобы стать полный боевой набор. Но у нас мутаген уже какие-то установлены, поэтому нам, в принципе, особо они и не нужны. Ну и, собственно, в этот же телепорт. И мы здесь. И вот он, тот самый источник питания. Ну, мозг, конечно же... А что у нас, кстати, там?
Что у нас, кстати, в этом мосту? А, ну мы, собственно, забираем тот самый источник, конечно же. Там, в принципе, ничего нужного, это же тот же вход. И возвращаемся обратно. Конечно же, это, собственно, тот же путь, как мы пришли. Мы источник уже сюда ставили. Мы с вами блудали здесь уже только так. Куда ты пропала? Хрень такая, куда она исчезла? Где мой источник питания, я не понял. Я не понял, что происходит вообще. Ты куда пропал, источник? Что происходит, вообще не понимаю. Он упал с лифта, что ли? Активировано все вооружение устройства. Что происходит, не понимаю, он что, установлен уже, что ли? Его нету, источника питания нету. Ты там оставил его, что ли? Логан, что с тобой сегодня? Что делает Логан? Вот дурачок, а. Вот балбес. Ты даже такую вещь смог потерять. Что делает Логан? Чего происходит вообще, Диана? Где источник питания, не понял. Опять там стоит. Что происходит, не пойму. Ты чё, блядь, такой наглый, это источник. Смотрите, он вернулся обратно. Да, Логан, ну ты, конечно, даешь. От тебя источник убежал энергии. Ты еще собираешься уничтожить как-то робота? Вот Логан что вытворяет, а? Сука, волшебная палочка, блядь. Бери уже ее, блядь, и не теряй больше. Воображала. Скептически относишься ты, Логан, к таким вещам. Ну нельзя так делать. А где, собственно, роботы-то эти, ёбаные? Что и роботов нет ни хрена. Получили мы с вами источник питания. Что дальше? Теперь можно подниматься вверх, да? Парни, с таким оружием я просто господствую сейчас здесь. Ну, ты что здесь делаешь? Кому еще здесь дать? Какие роботы смелые, а? Решили пойти против меня? Мати! Думаю, на этом хватит. Думаю, Логану на этом хватит уничтожать этих бесполезных солдат. И вот она, башка та самая. Даже не успели сказать, как Логан выстрелил.
Не успею сообразить, как Логан ебанул ее так, чтоб можно просто... Получи от собственного, блядь, не хватает места. Так, произошел какой-то сбой, я прошу прощения, не хватает мне какой-то памяти там, вроде все восстановилось нормально. Ну что, мы хорошенько долбанули этого стража. Он хорошенько отрубился. Но это не конец, это не конец. Это мы только его немного охладили. Очередной личный жетон опять с двух сторон. И плюс 4000 мы добираемся до 23 уровня. Логан беспощаден. Прекрасно. Логан безупречен. Я этим займусь. Да ради бога. Эй, я бы и сам справился. Эффектным появлением у тебя всегда был порядок. Спасибо. И вообще-то ей. Она спасает тебя. Ты знаешь, что она жива. Кого еще надо убить, чтобы быть в курсе? Никого. Я обещала дать ответ, и я сдержу слово. Я думаю, ты помнишь Африку и ту ситуацию, в которой мы с Рейвен там оказались. Логан, выдвигайся по координатам. Рейд, не церемонься с мисс Даркхолм. Сэр? Операция под угрозой. Убей ее. Лейтенант? Ну, конечно же. Две пули в грудь. Две пули мимо. Объект мертв. Сейчас еще убьет он Даркхолм. Я мог бы убить врага, но чтобы так, нет. Мужчины с убеждениями так сексуальны. Африка стала началом конца. Я ушел через пару месяцев, не захотел собирать мутантов. Собирать? Зачем? Я не так долго там пробыл, чтобы выяснить это. Крит был единственным, кто не задумывался. Да, ему это даже нравилось. Вот ублюдок. Куда отправляли мутантов? На озеро Алкали, сюда, и еще на какой-то остров. Там я наверняка найду Крида. Норд как-то упоминал некий остров. Знаете что-нибудь? Не, но Дюкс может знать. Он дружил с Нордом. Тогда чего же мы ждем? Нанесем Дьюксу визит. Если доберемся до крыши, сможем улететь на вертолете. Я могу телепортироваться туда с Рейвен, но тебе придется добираться самому, Логан. Не перетрудись. Логан, вы с Рейтом можете отправляться за Кридом, но ты должен рассказать мне об озере. Я бы хотела наведаться туда. Хорошо. Будьте осторожны, мисс Даркхолм. Все-таки вы носите в себе моего сына. Увидимся наверху. Как тебе имя Курт? Не, Курта Энгла нам не надо. Ну, собственно, что? Мы выполнили с вами задачу, старый друг. Мы получили много информации, которую нужно еще перезагрузить. Ну, самое главное, нам нужен Фрэнк. Это все мы знаем. То есть не Фрэнк, а Дюкс. Фрэнк Дюкс из кровавого спорта нам такой бы визит бы дал, если бы мы его навестили бы. Логану бы просто бы не светилось бы. Логану было бы страшно бы просто сразиться с Фрэнком Дюксом. Но мы не о Фрэнке Дюксе. Мы о другом Дюксе, который знает, где искать и как выйти нам на Виктора Крида. Маленькие терминаторы нас, в принципе, вообще не волнуют в будущем.
У нас совсем другой путь. У нас совсем другая задача. Ну-ка, давай-ка сюда. Ты что, борзел, что ли, а? Крестоносец такой, а? Добей его, Логан, у тебя когти до максимума. Эй, ты ублюдок! На тебе, получай кровавого Логана! Мы с вами сейчас доберемся до самого стража. Стоит до того самого стража. Очередные дроны у нас тут на пути. Ладно, хер с ними, с этими дронами. Идем дальше. Получай от Росомахи. Хорош. Налетай, Логан, и получай. Хорош. Так, нам, собственно, не сюда. Нам сюда, бам в эту дверь. Модель номер один. Ого! Что мы можем? Увеличенный железный человек прям. Рейд, ты здесь? Слышу тебя, Логан. Мы ждем на крыше в вертолете. За мной гонится что-то очень большое и сердитое. Вам с Рэйвен надо уходить. А как же ты? Я выпутаюсь. А теперь проваливайте. Понял. Удачи, приятель. Спасибо. Она мне пригодится. Собственно, мы на том самом поле битве с этим X-21, робот-страж, самый главный ублюдок, которого сейчас Логан будет убивать. Я думаю, мы справимся с вами. У нас еще есть минут 10, чтобы убить. Он сейчас прям похож на железного человека, увеличенного, правда. Ну, большой терминатор, давай-ка экспериментируй. Сканируй, ищи меня. Нам, собственно, подсказывают, что у него слабое место — это правая нога. Правая нога, у ублюдка слабое место. Ого! Он умеет таким образом делать. Где правая нога? Вон она сверкает. Спокойно, Логан! Ногу давай, прыгай, Логан. Спокойно. Получается, ее, в принципе, надо просто бить. Да, она совсем повреждена, она слабая у него. Отлетай, Логан. Ну, в принципе, спокойно можно справляться. Она уже готова, нога. Что ты великоножишь напротив Логана? Только таким образом можешь делать. Я думаю, пора использовать нам с вами вот такой момент. Но! Логан, не дури. Давай, долби эту ногу. Ты что делаешь, а? Я разорву тебя. Сейчас, походу, тебя разорвут, Логан. Спокойно, нужно отхилиться.
Эти солдаты еще мешают нам. Вот ты что делаешь, а? Что делает хитрец? Добыто здесь куда? Мешает мне, собственно, разбираться с большим роботом. Куда ты пошел? Я здесь! Ну! Где она? Не та нога, не та нога! Ах ты, сука, ублюдок! Спокойно! Его не нашли. Сейчас разберемся, сейчас разберемся с этим роботом. У него нога совсем уже пресная. Вот они его, собственно, слабые места. Вот они. Ступни ног, вот эту вот конечность ноги. Отпрыгивай. Вот, доламывай механизм, доламывай, Логан. Давай, классика. Классика робота. Ты самый нереальный, ты самый неудержимый. Для тебя просто этот страж херня. Херня этот страж. Где она? Вот она, долби ее, долби эту железяку. Вот она, еще рука, слабое место. Кисть руки, можно в принципе спокойно разбираться с ним. Он сейчас отпустит ее, но... Давай, не успели слегка, Лога. Отхилиться надо. Где он? Нападай, в ответ ему, давай. Это нога сильная. Я думаю, нужно тот механизм доламывать. Вставать у меня на пути. На пути не стоит вставать у тебя, это само собой, Логан. Свежее мясо. Да не свежее, уже половина осталась. Давай, дожмем его. Ёбаные солдаты еще здесь мешают мне. Все, уже задымился. Спокойно, спокойно. Робот не в себе. Нужно еще руку долбить. Теперь попробуем это. Где он? Так, нужно теперь руку долбить. Нужно теперь попробовать ему... Попасть по руке. Да, вот он момент. Но! Да, все! Нету больше правой руки. Ну, блядь, давай-ка! И сейчас не будет левой руки! Но! Не, левую себе оставить! Робот Терминатор, ну-ка! Давай, Логан, успей! Ну, добей его! Хорош, хорош! Все, что ли? Все, что ли? Железяка готова, что ли? Или что ты будешь сейчас еще не делать? У нас, собственно, время подходит к концу, робот. А, блядь, сейчас будет война наверху. Без рук уже справиться ты не можешь. Ну, Логан, тебя не оставит в покое, Терминатор. Перемещение управления в затяжном прыжке.
ЛКМ. Собственно, нужно удерживать ЛКМ, и уворачиваться нужно от его уже практически всего уничтоженных его деталей. Удерживать мышь. Спокойно, Логан. Клоняйся, Логан. Ну, влево. О, пошло дело. Ах ты, собака. Ну, еще маленько осталось. Совсем мало, Логан. Все готово. Хорош! Сколько еще ему надо? Да, Логан, блядь, давай не дури! Мы должны добить этого стража! Ну! Что делает, а? Ну, давай! Да чтоб тебя! И второй ему вентилятор пробивай. Вторую крутилку, Логан. Собственно, сам туда прошелся. Ну и контроля, наверное, ему остался. Чтоб до кучи роботу. Решил сам побороться, как Супермен в полете. Ну давай посмотрим, кто кого. Ничего не видно. Ну и контрольный. Оторвать ему голову! Правый стритов! Сердечный прием! Самое сердце! Роботу-стражу! Логан справился с самым, собственно, самым сильным врагом, наверное, здесь, не считая своего брата и не считая Дэдпула! Да, так себе, в принципе, робот. Модель номер один уничтожена. X-21 повешен. О, весь засом, моментище какое! Хорош, хорош. Все, друзья, на этом мы с вами прощаемся. На этом моменте мы завершаем 13-ю серию. Но нет, он не оживет. Красавчик Логан. Нужно было ронять его ближе к городу. Эй, Логан, я нашел Дюкса. Ты ни за что не поверишь. Это в следующей серии у нас будет. У нас несколько часов спустя. Ох, это следующий момент очень классный. Этот, ох, это кайфовый момент. С этим жиртресом будем драться в следующей серии. Эй, Дюкс. Это Дюкс. Но да, это не Фрэнк Дюкс из Кавала Спорта. Это какой-то жиробасина, которого мы будем просто выносить в следующей серии. Потому что мы прокачались. И сейчас... Это удар по-твоему, братан. Я думал, в ответ удар сможет. Ладно, все, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте видео. Всем до следующих серий, ребятушки, всем пока! Это точно. Ты круто набрал вес со времен Африки. Ну, мой крупный друг, я очень хочу знать, где находится остров. Ты сказал круглый?